Есть еще экологическое вот такое направление, да, тоже достаточно актуальное в современном мире. Тема экологии вообще, да? Что это за направление? Да, что за проект? Экологически, если мы посмотрим, сегодня у нас уже порядка 4000 молодых ребят. Уже трудоустроены были, они отработали. И, конечно, превалирует на данный период это экологически. Это непосредственно работа с лесными хозяйствами нашими. Это высадка и прополка лесных культур. Сутки ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди, местами возможна гроза, днем без существенных осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Смоленске ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 10-12, днем 19-21. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В течение суток давление будет слабо расти. Радиационный гаммафон в Смоленске 13 микрорентген в час. Прогноз синоптика Натальи Лебедевой. Дорожный корреспондент. Так, дорожный корреспондент. 10 минут назад пришло нам сообщение от Сергея. Пробочка по улице Машенского во всех направлениях. Да, у нас там пробка, улица Машенского во всех направлениях, если ваш путь лежит именно через это место. Было настолько и
желаний этих было очень много, что Белорусский республиканский союз молодежи прорабатывал вот эту вот тему, как трудоустроить несовершеннолетних людей, как проработать вот эти основные параметры, направления, да, чтобы было им комфортно. Знаете, может, в то время действительно такая работа у вас, и первопроходцам здесь было сложнее. У нас...